Дорогие друзья, завершается и уходит в историю 2011 год. Для города Витебска он был успешным, насыщенным значимыми социально-культурными событиями. Город приветствовал участников и гостей 20-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, принимал активное участие в общественной жизни Республики Беларусь. Сохранены позитивные тенденции в экономике, стали крепче наши внешнеэкономические связи. И сегодня у нас у города Витебска появились новые друзья в Валмиере и Тарту, Липецке и других регионах государств ближнего и дальнего зарубежья. И сегодня я приветствую мэрии и администрации, жителей городов Даугавпилса и Резекне, Смоленска и Пскова, Самары и Ступино, далекого города в Китайской Народной Республике Харбина и многие-многие другие города, города наши партнеры, города наши побратимы. Дорогие друзья, город Витебск искренне поздравляет вас с наступающим новым счастливым 2012 годом. Пусть этот год будет мирным и плодотворным, годом новых побед и свершений, годом новых успехов в развитии наших внешнеэкономических связей. Здоровья, благополучия, успехов, процветания жителям городов-побратимов города Витебска.